В поселениях Северского района продолжаются встречи с жителями, на которых главы местных администраций отчитываются о работе за минувшее полугодие. Руководитель Новодмитриевского поселения Игорь Головин подготовил максимально полный доклад о бюджете, расходах и участии в различных программах. Благодаря привлеченным краевым финансам это 18 миллионов рублей. В данный момент в станице капитально ремонтируется Дом культуры. На еще большую сумму 43 миллиона ремонтируют и Новодмитриевскую амбулаторию. Основной проблемой в поселении является все же водоснабжение. Замены требует большая часть водопроводных труб. Решить задачу планируют также при помощи края. Местные жители, однако, понимая ситуацию с ограниченностью бюджета поселения, просят еще активнее участвовать во всевозможных программах, а некоторые не прочь принять личное участие в разработке актуального плана развития на ближайшие годы. Я предлагаю создать этот рабочий группу с вашим участием, с участием общественных деятелей и администрации, и совместными действиями, усилиями, да, разработать этот план развития, я только за. Андрей, и мы его интегрируем в план развития Северского района. Вопрос, мы готовы как бы тоже поучаствовать и от населения представители, кто имеет на то какие-то знания там, или, может быть, какие-то прошлые навыки в своей жизни. Вот, это было бы неплохо. После вопросов водоснабжения по актуальности стояли просьбы обратить внимание на дороги в поселении, в частности на территории хутора «Оазис». Также люди просили увековечить память о погибших на СВО земляках. В целом работу главы и местной администрации признали удовлетворительной. Глава района, в свою очередь, поблагодарил новодмитриевцев за активность и желание участвовать в жизни поселения. Нет нерешаемых проблем, было бы желание их решить. Но я вижу, здесь есть люди, которые хотят их решить. Давайте мы объединимся вместе и решим все те задачи, все те проблемы, которые есть, и будем жить долго, счастливо и благоустроенно в населенном пункте. Спасибо вам большое.